Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Divine Divinity. Здесь я немножечко поменял себя. Так, подожди-ка, сколько не хватает? А, силы теперь хватает. Да, силы хватает, потому что я поменял себе к силе, да, так как мы маной теперь не особо пользуемся. И я решил, что сила-то, в принципе, она нам более нужна теперь, да, мы веса будем немножко больше переносить. И, соответственно, еще и бить сильнее, и вообще, да, то есть мы от магии отказались, мы из лука теперь стреляем. Так что мана не особо нам теперь нужна. И еще заменил по ножи, еще по ножи. Она больше здесь добавляет плюс один к сложению, но это всего 6 хп, вот, поэтому я думаю, что броня будет намного лучше, чем 6 хп. Вот, вот, и все. В принципе, все. Погнали дальше тогда разбираться, что да как, смотреть. Вот, и княжичи сейчас заглянем, вот, посмотрим. Единственное, что нам надо, наверное, было бы банки бы сейчас с хп, кстати говоря, пособирать бы. Че это я? Так, у меня тут есть баночки. Только почему-то вот они не стакаются. Эти штуки вот, хоть убей, не знаю. Почему, блин, ну ладно. Ха! Отлично. Да. Стоит целое состояние, блин, эти банки. Это просто нереально. Вот эти вот стоят большие. То есть нам алхимию еще на один надо будет прокачивать. Обязательно. Мясо возьму. Так. Деревянные ворота, окей. Погнали, посмотрим, что там с нежитью. Там заморозка в любом случае не действует, поэтому, как бы, надо было так фигачить. И как это? 27 тысяч? Мне не показалось? 27 тысяч? Опыта? Я что-то... А, наверное, показалось. 27 тысяч, с ума сошел. 2700, да, вот это... это более похоже на правду. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я сюда хочу зайти. Ничего себе. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо сюда зайти обязательно. Только это тут кровавая яма. Ёкарный бабай. Блин, проход, конечно, в самой жопе мира. В самой заднице. Какая-то лопата. Ну давай. Проклятие. Не открывается. Чё у тебя голос поменялся? Я не понял. Не открывается у него, блин. Так, а если... У меня нет ключа от этого замка. Во, вот так вот и говори, больше не пугай меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, настало время. Ну как, хорошо, да? Тыкс-тыкс-тыкс и все. О, окей, пойдет. 100 монет, правда? Вот это да, вот это находка. Блин, лучше бы меньше хп потратил бы. Так. Я больше не могу колдовать. Да, с маной-то прям улетает теперь, но... Ну ладно. Так, интересно, работает еще яд или нет? Это непонятно. Да, 2700. Скорее всего, и там было 2700, просто что-то я... Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Подождите. Так. Нет, видимо, не работает. Ну давай. Где смазка нанесена? Ой-ой-ой, как больно. Блин, видимо, яд не работает на них, что ли? Нанежить на эту проклятую супостатную. Ну, урон, конечно, мы наносим колоссальный. Просто пипец.
Так, а давай-ка мы, наверное, там нас ждут в любом случае серьезные дядьки. Давайте-ка мы, наверное, тогда... А, так, банки. Маленькие так неохота. Маленькие на ману надо. Или вообще на отраву. Так, вот непонятно. Ой. Призраки! А-а-а! В аббатстве полно призраков! Пустите меня! Бежим! Спасайся! Ну, я просто промолчу. Тут все плохо. Блин, вот эти мухи. Самые мерзкие противники, пипец. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой же ты сильный-то. Ничего себе. Какой же ты сильный. Смазка нанесена, отлично. Отлично пофигачил. Ничего себе. Да иди ты в жопу со своей смазкой, блин, как же дерьмо. Так, что-то я еле-еле урона нанес. Но это зависит от яда, поэтому... Так, что с собой-то делать, блин? Из лука, что ли, стрелять? Так, ну давай попробуем так порубим. Да, так не получится, окей. Тут вообще без вариантов. Ну что, тогда вперед. Лопатой. Ха! Погнали. Да, это тут 3 недели на атак. Я снова могу колдовать. Разброс, конечно, колоссальный. От 8 до 40, пипец. Отлично, у нас и мана закончилась. Ну нафиг. Вот за него должны много дать. Господи, да попадать будешь, нет? Какой тролль, а? Это не нежить, это тролль. Вот
Вот каждый раз попадал бы. Какой бы профит был от лука, пипец. Ну что, троллит? Верно, но очень медленно. У нас лук сломался. Ёкарный бабай. Вот это поворот. О, башка раскалывается. Блин! Подожди, у меня курица есть. Сюда. Забыл я про курицу. На, вплотную стрелять нафиг. Тихо ты. Тысяч. Так, бычиный королевский щит. Давайте посмотрим. Бах! Два сложению. И работает эта фигня или нет? Или он вывалился и все, и гг, и он такой и будет. Да, видимо, такой и будет. Не будем тогда. Так, ну наш щит слишком много добавляет. Кстати, где он? 6 к силе, 6 сложению. Это просто нереально. Так что долго-долго еще мы не сменим его. Тут всего 2 к сложению. Так что мы еще долго, очень долго-долго не сменим его. Так, вот, кстати, и баночки с маной, правда? А, нет, нормально. А, нет, нормально. Так, ну сейчас курятинку съедим. Оп. Красота, тра-та-та. Так, главное сейчас вот так вот сделать. Сюда. Так. Отлично. Отлично. Давай, вылезайте, где вы тут? Блин, за стеной, что ли? Так. Давай нанесем яд. Давай смазка нанесена ядовитая. Окей. Фига, вот в темноте и стоял, и ждал. В темноте сидел и ждал. Возможно, тогда так хорошо работало, потому что у нас яд был сильный, да, сработал. То есть, наверное, имеет смысл в большие банки только яд пихать, чтобы точно сильный яд работал. От слабого яду толка никакого. Вот, и, видимо, все равно срабатывание у него снимает, только срабатывание. То есть, если оно не сработало, то яд будет до конца висеть, а сильный яд будет срабатывать. Кстати говоря, да, наверное, есть в этом смысл, блин. Так что, что такое? Ростовой щит, ничего себе. 65 сил надо смазать. Турнирный щит. Придется выкинуть что-нибудь, блин. Так и надорваться недолго. Так, ну что у нас тут? Набралось лопат. Посохов, ничего себе тут. Ну давай, ладно, пока близко. Сиганем тогда. Посмотрим, что у нас там у этого.
мясо надо продавать. Мне кажется, из-за мяса у нас. Ну, давай, ты толкнул уже, ты у тебя там вернулся? Денег. Чем? Могу давай. Я помочь тебе еще чем-нибудь? Ух ты. А, ну, меч-кладенец. Ничего у него не появилось? Окей. Так, давай банки тогда все. На эти банки смысла нет, наверное, покупать. Они у нас овер до хрена стоят и... Слишком перевосстановят. Так что толку никакого. Нифига, 1500 стоит неплохо. Так, две. Давай сюда. Лопату, посох. Мясо. Три куму, наверное, тоже нам не пригодится. Давай сюда. Так, сложение туда же. Блин, вот этот меч хороший, конечно. Удушье, два. Урон ядом, два. Ловкость, сила у нас уже не хватает. Так, ну, 1500 мы можем убрать. Сейчас сразу толкнем все, что нам не надо. Так, это все надо, надо, надо. Мясо. 10 мяса тоже толкнем. Так. Щит я пока продавать не хочу. Надо, кстати, его выложить, наверное. Чтобы он место не занимал. Это тоже надо выложить. Окей, давай вот так делаем тогда. Отлично. Придется выкинуть что-нибудь. Так. Так, 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 так. Это нам пригодится. Это выкладываем. Главное, не будем продавать пока. Так, шлем надо толкнуть. Оружие тоже пока выложим. Так, тут порталы, банки, банки, банки. Большие банки, наверное, можно даже выложить. Вес 60. Интересно, это все? Да, это весь полностью вес. Окей. Мало весит они вообще. Вот, весит 50. Блин, вот веревка нахрена на мне? Эти штуки несовместимы. Надо бы жрать периодически, блин. Так, все получается. Здорово, бивень косматый. Есть мелкие банки? Есть. Так, они по 17 стоят, да? Надо все банки скупать, блин. Кстати говоря, вот эту тоже. Она у нас вместо маны будет. Так, ну у нас тут вроде как все, да? Уже под это самое. Только деньгами, давай. Окей. Окей, окей, окей. Так, что у тебя? Банки сюда. Это что, восстановление? Сюда. Резвости надо. Маны. Ну давай, ладно, тоже купим. Силы тоже куплю. Пустую куплю. На 1000. Давай. Все, окей. Понеслась. Дальше. Благо, мы теперь знаем, как быстро перемещаться, да? Особенно по диагонали, это просто какая-то дичь. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Блин, там банка маны была. Ну, мана, зачем нам? Мана сейчас не нужна уже. Нам сейчас в резвость надо. Да-да-да. Где ты там? Где ты вылез? Иди сюда. Вот он. Пипец ему. Слушайте, а может быть у них иммунитет к яду? Потому что он сейчас вот ядом заразился от удара, и у него вообще хп не шло. То есть даже чуть-чуть совсем вообще не шло. Так, который там из них? 8. Сюда. Так что я склонен считать, что у них вообще не работает иммунитет к яду. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться, черт возьми. Потому что с воином что-то как-то хорошо там прошло. С кабаном тоже. А вот с ними что-то... Что такое? Так, грибы, 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 грибы. Кстати говоря, банка восстановления.
Если ее вместе с маной смешивать, она вроде как восстанавливает очень много. То есть, если мелкая банка ХП восстанавливает вообще капелюшечку, давайте попробуем. Вот, вообще буквально сантиметрик. А вот то вот восстановление, бах, полностью. То есть, логично, наверное, смешивать их, да, получается? Наверное. Да. Отлично. Да. Так, что-то я смешиваю, конечно. 13, да? Отлично. 14. Так что, я думаю, что нормально, вполне себе. А если вот так? Не сработает. А если силу? Эти штуки несовместимы. Не сработает. А если с ядом? Эти штуки несовместимы. О, что-то получилось. Так, наверное, зелье силы получилось, да? Так, получается, мы смешиваем резвости и ХП. Смотрим, что изменилось. Отлично. Что получилось? Я не понимаю. 5. Зелье силы получилось, да? Да. Да, да. Нет, это мне не надо, зелье силы. Ладно. Будем восстановление делать. Оно имбово вообще, то есть оно ХП восстанавливает. Вообще почти все, пипец. Вот, а мана нам сейчас не нужна, поэтому она пойдет как раз таки как ингредиент. И оно еще и ману, кстати говоря, восстанавливает. То есть прям имбовая тема. Сейчас побольше ХП нам отними. Вот видите, урон вообще не наносит им. Кстати, давай посмотрим, сколько зелий сил добавляют. Так, 64. 10, нифига себе. Надолго. Хрен просышь, никакой информации нет. Да, последим. 74. Ну, пока висит. О, тихо. Так, теперь можно вот это вот юзнуть. Оп. Блин, зараза, он крутится. И нельзя, короче, банку выпить, пока он не докрутился. Вот это неудобно. Нельзя выпить банку, пока он не докрутится. Ты давай, умирай. Ага. Видали? На нежить не работает яд. А вы видали, что там с собакой сейчас произошло? Пипец. Обалденно. Ну, нормас. С собакой там пипец этот сработал процент яда. А вообще что началось? Хорош. Нифига тут раскопки. Какие-то кровавые. Так, яма и ничего нет. Фиг его знает, что тут произошло. Так. Надо бы найти... Ой-ой-ой. Дали красота какая. Я бы даже сказал, красота тра-та-та. Так, тут что-то какое-то кладбище? Или что это? Хрен просышь. Ну давай, пройдем это. Может, это стены города, типа такое. Бучи левел взяли, как же круто, а. Блин, как хорошо левел капает, прям не могу. Я не знаю, почему мне захотелось его передвинуть.
Вдруг там что-то было. Такое... О, ничего себе. О, вот это будет дорого стоить. Вот это... О, ничего, и кольцо. Вот это будет дорого стоить. Все с дырками под зачарование стоят просто колоссальных денег. Так, нам на ману. Отлично. Чтобы сделать зелье восстановления. У нас теперь это все будет. Так, мелкие банки у нас есть. Давай сразу закатаем. Да. 13 штучек. Блин, как... Сразу-то что не стал делать, болван. Зелье восстановления прям обалденная тема. Очень бафают эти мелкие банки. То есть, получается, мелкие банки и маны, и ХП очень стали актуальны. Прям просто колоссально. Просто резко стали актуальны. Отлично. Сюда. Так, ну пойдем еще оббежим все. Поверху. Зараза. Так, надо бы сразу миском-то зарядиться. Не забывать про мясо-то есть. Че там, зря его собираем-то. Сюда. По 2000 неплохо падает, да? Да. Ой-ой-ой. Ага, отлично, я понял. Блин, как же хорошо, а. Как же хорошо-то, а, этим ударом-то бить. Красота, блин. Правда, я рефлект урона пока не вижу что-то. Не замечал. Блин, псина вот сильная. Собаки сильные, вот эти волки. Они реально могут завалить. Вот, всегда бы так бил. Так, ГК-то, кстати, дорога. Может быть, вот эта деваха там реально не один проход. То есть вот у нас, пожалуйста, да, в город, грубо говоря. То есть вот это, наверное, сам город. И проход именно тут. То есть прям таких невидимых стенок особо нету, наверное, здесь. Блин, я думал, этот восстанавливаться. Нифига не восстанавливаться. Че, с карту сокровищ нам бы надо разгадать. Там непонятно, что, блин, есть. Где это есть все? Так, и ночь, да? Давай, хрепнем. Да. Пантомим хренов. Стоит. Стоит и воздух бьет, кретин. Ой, пипец. Да. 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 Ну так радоваться прям этому. Да. Так, надеюсь, ты проголодался. Блин, зараза. Хрен просышь, когда он голодный. Вроде время прошло прилично. Непонятно, блин. Это вообще к времени привязано или к действиям каким-то, что там, может, например, там 10 чуваков убил. Или там опыта прошло. Например, 10 тысяч, да, или 5 тысяч, там, не знаю. Или 5% от необходимого до уровня. И такое, непонятно. Славный широкий топор, беру. Что-нибудь еще? Новый круглый щит, что-то он как-то выглядит не особо по-новому. Ну, вроде ничего нету. Так, пойдем посмотрим, куда дорога ведет. Там, по-моему, дом должен быть. Это что такое? А.
Сейчас еще убьет меня. Там вроде можно поспать в нем. Он типа как ничейный. Вот он вроде. Да-да-да, вот он. Ой, где тут церковь? Или это дом? Еще давай змея убьет сейчас, блин. Фига тут витражные. Стекла такие, как в церкви какой-то. Что-то я... Видимо, я не туда зашел. Нифига себе. Кстати, они урона не так сильно наносят. Фига можно фармить тут. Мы еще и левел взяли, отлично. Я хрен его знает, что такое было. Может быть, это как раз вот это вот аббатство-то, это не вот это аббатство, а вот это вот. Что-то я даже не это самое, не алло. Здесь вот как раз-таки босс вроде как. Ладно, фиг с ним. Пока сюда не пойдем, все, облутаем сначала, да? Так, на 22-м. А шкура эта ядовитая, следующая. На 20-м. Окей, а мы? Мы 17-й. Давай посмотрим, что на 17-м у нас есть. Так. 19-й щит у нас есть, да? Дополнительный урон. Но здесь у нас есть защита, по-моему. Вот, мастерство защиты. Вот это нам надо. Да, пожалуй, что его возьмем. Так, давай сразу, чтобы наглядно было. Так, защиты у нас 17 и 148. Отлично. 148, а, это все-таки броня, а не защита, да? Улучшение защиты, главное. Нормально, то есть у нас теперь вещи еще больше добавляют. Защиты 140. Обалдеть. Так, ну что, все в этот, в наш билд. 300, 330, замечательно. Замечательно. Так, меня все устраивает, погнали. Пока туда не пойдем. Пока туда не пойдем. Пока туда... Вот, вот, кстати. А, нет. Блин. Ладно. Видимо, все-таки это аббатство-то это и есть, да? Я так понимаю. Ну ладно, вообще-то можно и зачистить. Го, посмотрим. Го, позырим. Че уж, прибежали, так фиг с ним. Давай сюда. Тем более, что они вроде не сильные. Опыта, конечно, за них дают. Он не горюет. 4, пипец. Да, неплохо, неплохо это я зашел. Это я удачно зашел. Так, поп какой-то там спрятался в башне в какой-то. Надо, наверное, с ним поговорить надо. Ой, там какая-то дрянь бежит, лич. Вот это мне дядька сейчас устроит, наверное. На вас яд, интересно, действует? А, я не хочу! Не подходи ко мне. Мне кажется, это дрянь, меня один удар. Вот тупо один удар. Блин, так и есть. Хорошо идет. Пока хорошо. Так, давай-ка мы силы хряпнем. Мощную. Продолжай. Я говорю, продолжай бить. Ты посмотри, а? Ты троллишь меня или чего? Где урон-то?
Блин, вот это говно. Понадеемся? Да, надейся дальше. Ай, блин. И что делать? Вообще не попадаем по нему. Мы такси банки сейчас сожрем. Это просто дичь. Может, у него к магии какая-нибудь? О, он еще и ХП. ХП у меня сосет. Да, видимо, нам пока рано все. Или что, я хрен. Вообще не попадал, блин. Ну что-то какое-то непотрезвое с нами делает. Но я не могу понять, конечно, что такое. Но что-то делает. Что-то неестественное. Ну, вроде как побеждаем, но это... такое. Это еще у нас 94 силы, блин. Такое ощущение, как будто он ману высасывает, или что-то типа такого. Или хел. О, почти победили. У нас хелов нет ни хрена, у нас одна банка восстановления есть. Ну, наверное, не победим. Фу, победили, офигеть. Ладно, пойдет, я думаю. Я думаю, пойдет. Если сейчас тут никто не вылезет, никакая дрянь. Меня, в принципе, устраивает. Окей. Этих-то мы быстренько. Салабонов тут всех раскидаем. Заперто накрепко. Да ты что? Ученые провидец из расы ящеров Тас Дэшн первым из историков разделил новейшую историю Ревелона на 4 века, каждый длиной от 4 до 6 сотен лет. Классификация эта была такова: век измены, век проклятых, возрождение и век хаоса. Тас Дэшн также предсказал, что после века хаоса, в котором мы живем сейчас, наступит время великих потрясений для всех 7 рас. Он назвал это время веком лжи. Окей. Окей, бро. Кстати, можно, наверное... Блин. Можно, наверное, этот... юзать банки, чтобы этот... на силу, да? Чтобы можно было... Этот, так, где этот спрятался? Вот тут. Чтобы можно было перетаскивать вещи, например, да? Они, кстати, 90... Блин, слушай, а банка-то долго действует. Эти... на силу. Он до сих пор еще работает. Я опился ими. Век проклятых к северному побережью Ревелона причалил корабль вида странного, и на борту его был человек по имени Эйрик. Когда демоны и темные маги осадили Поречье, Эйрик предложил свои услуги герцогу Ферролу, назвавшись лекарем. В действительности он же оказался не только искусным врачевателем, он был истинным мудрецом и имел опыт дальних странствий духа и тела. Он открыл источник другим лекарям и научил их использовать внутреннюю силу для исцеления ран и хворей. После победы над проклятыми герцог воздал Эрику многие почести и пожаловал его титулом первого целителя. Эрик благодарил герцога за оказанную честь, но немедля покинул Ревелон вместе со своими помощниками, дабы распространить учение о чудесном источнике и в других странах. Окей, так, ну что, настало время поболтать с этим трусом. Где он там? Эй, кто там? Ох, я думал, они и сюда добрались.
Что тебе нужно в этом позабытом всеми богами месте, незнакомец? Кто вы? Отец Теофлий. Я? Отец Теофолий, настоятель этой церкви. Что это за место? Это тайная библиотека кафедрали. Очень мало кто о ней знает, так что и вы не говорите никому. Что тут происходит? Началось все несколько дней тому назад. Весь этот вой, призраки. А теперь вот отец Деметрий мертв. Что же дальше будет? Вой, что вы имеете в виду? Мы часто слышим, как кто-то кричит, как будто от боли. Это так ужасно. Я когда услышал эти вопли впервые, так и пошевелиться не мог. Вы что-то говорили про призраков. Расскажите о них подробнее. Да, повсюду призраки. Они преследуют нас, и никто не понимает, почему. Расскажите мне об отце Деметрии. О, он всегда усердно трудился, тщательно соблюдал обряды. Не то, что этот мальчишка Винни. Ума не приложу, что с этим пареньком делать. Кто такой Винни? Винни? Это церковный служка. Мы взяли его из сострадания. Он сирота, жил в трущобах Поречья. Он совершенно невоспитанный. Так что наставить его на истинный путь не так-то просто. Как вы думаете, почему тут у вас такое творится? Я могу только предполагать, дитя мое. Возможно, кто-то осквернил наш храм, но я не понимаю, как это могло произойти. Сотни лет в этих стенах неизменно справляются одни и те же ритуалы. Я изучал священные книги, думал, может, мы нарушили установленный порядок, но мы все делаем правильно. Мне пора идти, как хорошо, круто. Но будь осторожен, здесь творятся странные вещи. Пипец. Церкви моим глазам предстало странное зрелище. Призрак напал на монаха и священника. Священник успел укрыться в исповедальне. От разговора с отцом Теофолием стало понятно, что кто-то или что-то осквернил кафедраль. И это объясняет, почему она полна неупокоенных духов. Это все объясняет. Ух ты, красиво как. Красиво, но непонятно. Драконий язык. Контакт. Ага, окей. Не приспособлен. Рецепты для всех, часть 9. Сливочное масло размягчите, перемешать с медом до получения однородной массы. По желанию добавить измельченные орехи, поместить в закрытую емкость и хранить в прохладном помещении. Обалденно. Роковой демон. Страницы. Так, понятно, это все читать бесполезно. Так, если верить этой книге, боги умерли от скуки 41 год назад. Темный лес, обиталище духов, дриад и говорящих деревьев, Флории пустобрех. Волшебный лес эльфов полон таинственных существ и загадок. Автор рассказывает о своих встречах с лесными духами, дриадами и говорящими деревьями. Очевидно, что все это плод его воображения. Не утруждая себя путешествиями, автор списал приемы выживания в лесу из общеизвестных справочников. Эта глава целиком посвящена говорящим деревьям. Говорящие деревья почти неуязвимы, их невозможно ранить ни оружием, ни заклятием. Но мои последние исследования показали, что есть один способ уничтожить эти подлые создания и заполучить их несметное сокровище. Насколько мне известно, единственный способ погубить говорящее дерево – это отравить его сильнодействующим ядом. Могу на скидку указать подходящее вещество, оно называется чай-буэ. Чай-буэ. Увы, процесс его создания хранится в секрете. Только один человек рискнул проводить эксперименты с ним. Это маг по имени Буэдим Ядышка. Несколько лет назад Буэдим удалился от мира, чтобы проводить изыскания в полном уединении. Учитывая большую продолжительность жизни магов, можно предположить, что он еще жив. Если вам попадется образец чая Буэ, будьте осторожны с ним. Чай Буэ, значит, запомним. А прикиньте, вот просто какая-то прочитанная книга может спасти нам жизнь, блин. Предложит потом какой-нибудь маг. Вы хотите чая Буэ? Куда уходит золото, пожертвованное последовательной церкви семи богов? Эта книга также включена в список произведений, преданных анафеме, хотя безымянный автор, похоже, не дурак. Да. Заговорщически звучит, раз анафеме предали. Темные двойники эльфийского народа, Феррейра. В книге приоткрывается тайна существования так называемых темных эльфов. Они будто бы живут под землей, полные ненависти к существам солнечного мира. Автор обвиняет темных эльфов во всех неприятностях, которым не нашлось объяснения. Все-таки вы не можете
отвязаться от вопроса, почему же гномы ничего об этих существах не знают. Интересно. Тут, кстати, темные эльфы тоже есть, оказывается. Можно ли доверять церковникам? Взятки во имя богов. Опять, да? Опять. Роза Люксембург. Книга явно богохульного характера. Обвинение церкви, семьи богов, лицемерие, взятках и политических кознях. Призывы к реформации церкви. Ничего себе. Вот какой-нибудь там из них этот и проклял. Права орков. Трактат о неотчуждаемых правах недооцененной, но благородной зеленокожей расы. Том Пейн. Автор «Человек», кстати, считает, что агрессию орков спровоцировали другие расы, начав неумеренную экспансию в истинно орочьи охотничьи угодья. У зеленокожих не осталось иного выбора, кроме как сражаться. Книга завершается призывом к расовой терпимости и прекращению бездумной экспансии на территории орков. Замечательно. Так, это мы все читали? Да. Так, теперь по эту сторону. И что мне с этим делать? Не знаю, что-нибудь сделай. Так, очень похоже как на призыв, да? Куль демонов, вступите в наши ряды и готовьтесь к приятному путешествию в глубочайшее ущелье преисподней, Кат-Улху. Ха-ха-ха, Кат-Улху, блин. Блин, пипец, отсылочка. Очередной демонический культ. Авторша обещает своим последователям могущество при жизни и привилегии в преисподней после смерти. Интересно, согласовала ли она свои предположения с владыкой хаоса? Интересно, интересно. Так, тут какие-то Леонардо да Винчи наброски. Священная война, так, понятно. Угу. Пикантные секреты святых братьев. Монахи снимают личины святош. Слушайте, здесь одна это... Как бы литература-то все, да, против церкви, интересно. Какие пошлые неправдоподобные выдумки. Либо у автора... А, это, наверное... Ага. Это, наверное, вот это комментарий непосредственно вот этих вот церковников. Какие пошлые неправдоподобные выдумки. Либо у автора от воздержания разгоралось воображение, либо местная гильдия белошвеек должна предоставить монахам скидку на постоянные заказы и изрядное любвеобилие. Окей. Черный культ, превосходство над богами, Сулейман. Автор пишет о секте, которая поклоняется могущественным демонам вместо богов. Частично текст состоит из мрачных пророчеств о последней битве, в которой боги и смертные выступают против владыки хаоса и его приспешников. Сулейма считает, что боги проигрывают. Окей. Правда о проклятом аббатстве, Аданор Эльф. Книга указывает на источник проклятия, павшего на аббатство и монахов. Во. В те времена, когда строилось аббатство, служители культа семи богов были необычайно влиятельны, высокомерны и вероломны. Они наняли знаменитого архитектора, чтобы он построил в подземельях аббатства хитрые и опасные ловушки. Монахи хотели надежно защитить свои сокровища и секреты. Но когда архитектор завершил работу, они решили не платить ему. Не только ради экономии средств, система ловушек должна была остаться в тайне. Архитектора заперли в подвалах аббатства, обрекши его на верную смерть. На последнем издыхании несчастный проклял монахов навсегда, привязав их грешные души к аббатству. Говорят, что и душа архитектора до сих пор бродит по подземельям, дожидая заслуженной награды за труды. Прикольно! Вот, можно сказать, мы и нашли источник вот этого проклятия. Мне это зачем? Прочитать. Мне это ни к чему. И что мне с этим делать? Так, интересно, вот это, если все вот эту шелубонь разгребсти, что-нибудь будет? Почему наш мир крутится вокруг Солнца? Галилей бес. Очередная бесовщина. Автор утверждает, что наш мир крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Он что, Солнце никогда не видел? Всем известно, что оно крутится вокруг нашего мира. Да-да-да. Ай-яй-яй, что... Вот, вернулся. Вот так. Что, призраков разрушения? Да подожди, я с тобой не хочу говорить. Мне-то это зачем? Проклятый монах. Свеча. Так. Все, мы вроде как все прочитали. Единственное, меня вот этот уголок смущает. Го, попробуем его подразобрать. Да куда ж ты? Чему? Ничего там нету. Окей. Так, ну, все вроде как мы тут прочитали. Так. О, нифига себе. Видали? Обалденно. Взял, поссал в ящик, блин.
Дарохранительница с вином. Не буду я это пить. Я же видел, как дрянной мальчишка сюда помочился. Охренеть. Ха-ха-ха, ничего себе, блин. Ты где там, э? А где он? Блин, он такой мелкий, его вообще не видать. Надо по карте смотреть, он там зелененьким отметится. О, какой-то красный там. Ага, там. Блин, вот падла-то мелкая, а. Так, это мы читали. Гоп, го к этому зайдем. Да, вот, сегодня мне довелось увидеть, что какой-то мальчишка помочился в священное вино, тем самым сквернив кафедраль. Во. Так, этот мальчишка писал в золотой сосуд перед алтарем. Что? Но Винни! Ну, теперь все ясно. Это же святое вино для причастия, а он осквернил его. Вот почему духи разозлились на нас. Ну все, похоже, сейчас там будет заруба. Спасибо, что рассказал мне о поганце Винни. Я немедленно выгоню его, и все будет хорошо. Вот возьми немного золота их за хлопоты. Чем вы тут занимаетесь? Это мой приход, я каждый день я провожу здесь службу. Кроме этого, я готовлю разные зелья на продажу. Мне нужны зелья, можете продать мне что-нибудь? Так, нет ли у вас зелья мнимой смерти? Вообще-то есть, но оно не дешево, стоит 2,5 золотых. Не знаете, куда пошел Винни? Слоняться где-нибудь в Поречье. Если тебе так нужен этот негодяй, поищи его в трущобах. Он родом оттуда, откуда-то оттуда. Окей, так, мне нужны зелья. Давайте посмотрим. А, у нас 2500, да? Нету 2500. У нас 1500. Зелье мнимой смерти. Ну, по крайней мере, мы знаем теперь, что тут есть. Давайте наторгуем тогда. Ух ты, топорик-то неплохой. Давай, сейчас сразу все ему сбагрим. Так, броня 200, вероятность поглощения 5, 1 к аудису обзора. И понятно? Так, что еще можно толкнуть? 200. Хорошо. Ой, какой хороший торговец. 12 банок, офигеть. Так, ну яда мы не будем. Вот это набрать. Ни хрена себе у него тут. Обалденно. Вот этих мелких бомб брать только. Так, сейчас мы все сбагрим ему. Так. Ай, блин, а придется на деньги надо, а. Блин, мы мало. Ну ладно. Так, 200, получается, мы можем вот так вот сделать, и у нас почти наберется, да. Так, простой амулет сюда. О, хорошо. Пойдет. Так, итого у нас мнимой смерти мы нашли, да, сегодня? Ну, окей. Все, теперь, видимо, мы починили тут. Теперь не будет этой шляпы. Так, нам надо бы 2000-то где-то добыть. Эти штуки несовместимы. Я выпил, блин, еще. Так, окей. Так, 2500. А сколько у нас сейчас есть? Так. 2500 есть у нас, алло. Так, нет ли у вас зелья? Да, есть. Хорошо, вот деньги. Вот, возьми, но будьте осторожны, это очень... это зелье очень опасно. Отлично. Мне пора идти. Так, и где оно? Так, где это зелье восстановления? Не сработает. 18 пустых склянок, отлично. Так, мне кажется, оно какое-то квестовое. То есть где-то вот здесь должно быть. Вот оно. Зелье мощной... А, мнимой смерти. Замечательно. Еще один квестик, значит, выполнен. Прекрасно. Так, все, мы здесь зачистили. Этого дресню мелкого тогда будем искать уже в этих... О, да, ману надо взять. Ману надо брать. Отлично. Обалденно, я бы даже сказал. Так, ну что... Давайте-то заканчивать на этом серию, ребятушки, и продолжим уже следующий. Я думаю, что в следующем мы зачистим здесь все.
Вот, аббатство, вот это все, вот это все, вот это. Вот, и уже тогда найдем, будем все сдавать квесты, и потом уже дальше пойдем по территории. Вот, там еще, наверное, парочку левелов возьмем здесь вот. Но в следующей серии. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем хорошего. И всем пока.